Warner Brothers Games, DC Comics, а также Rocksteady представляют. А, не, простите, про NVIDIA-то забыли. Ну, конечно, если у вас компьютер не установлен на NVIDIA, вы просто не сможете запустить эту игру. Вот у меня стоит, да. Поэтому так все лагает. Да ладно, шучу. Всем привет! У микрофона ведущий канала We Love Games Денис, и сегодня мы покажем вам игру под названием Batman Arkham Knight. Приятного просмотра, леди и джентльмены! Походу, кого-то кремирует. И судя по цветку и фиолетовому костюму, это... Да, несомненно. Конечно, еще один атрибут — это безумная улыбка. Все сходится, это Джокер, друзья. Или все-таки не кремируем? Сволочь, если ты сейчас оживешь внезапно, я обделаюсь. Так, нажимаю левую кнопку мышки. Ага, точно кремируем. Господи, я управляю процессом. Ну-ка. Горячо тебе, Джокер! Похоже, он действительно мертв. Ну что же, закончим дело. Burn. Toasted! This is how it happened. Вот как все началось. Is how the Batman died. Это история о том, как погиб Бэтмен. Nine months ago, Joker was cremated. 9 месяцев назад Джокера кремировали. Я сам нажал кнопку. А потом мы просто ждали. Ждали чего-то. Но все вроде было спокойно. Преступность отошла на второй план. Но я знал, что что-то случится. Кто-то просто должен был нажать на курок. Так, видимо, мы пришли за пончиками. Эй, красотка! Так. Thanks. Спасибо. No, да без проблем. Oh, thanks, honey. О, спасибо, дорогой. Так, so, дали чаевые. Ну, то, что будете кушать? Sure. Как обычно? Да, пожалуйста. Значит, куриный no салат без приправ. No, you know what? А, нет, знаешь что? Хочу вафлей. Шоколадных вафлей с беконом. И побольше бекона, и шоколада сверху. Только жене не говори. Ну, как скажете. Если захотите еще кофе, просто скажите. А, пожалуйста, вафли шоколадные с беконом и побольше шоколада. А, прошу прощения, что вас беспокою, офицер Овал. Там чувак какой-то курит. Ну, знаете, запрещено курить в помещениях. А, я понял, хорошо. Сейчас с ним поговорю. А, господи, выпить кофе не дают. Так, что у нас тут? ВАСД. Ни за что бы не догадался. Так. Это мемориальная стена. Господи, какой срач. Шарики. Это что, Хэллоуин? Наверное, Хэллоуин. Да, это Хэллоуин. Смотрите, конфеты. Любите конфеты? Опасайтесь конфет. Так. Не, слушай, обсуждает. Мистера Уэйна? Да, он популярная личность годами. Так, ну кто курит-то? Ты куришь? День рождения. Поздравляю тебя! Поздравляю! Надеюсь, ты не умрешь в этом году. Кто... А, вот. Слушай, мужик, у тебя что-то там дымится.
Эй. Мужик. Нельзя курить. Ёб твою! Он явно зубы не почистил. Господи, как пахнет. Что происходит? Где? По-моему, я под какими-то веществами. Мужики, может договоримся? Опа! Дай выстрелю! Что, я могу управлять или нет? О! Могу управлять! Так, надо... Получай! И тебе на! Черт! Нет, кажется, здесь все заскриптовано. Ай! Ну все, конец. Блин. Люди просто ели свои вафли шоколадные, и вдруг вот это все произошло. Это демонстрация моего токсина. Всего лишь 5 баночек. И это только цветочки. Это первое и последнее предупреждение, Готэм. Мистер Кроу, я полагаю. Ну что ж, рад встретиться вновь. Все полным ходом идет эвакуация. Уже 68-й. Следующий автобус. Да, я бы тоже уехал его быстрее. Но, видимо, придется все это дерьмо разгребать. Скеркроу действительно напугал жителей Готэма. Вчера здесь было 3,5 миллиона. Сегодня... чуть меньше. Почти совсем никого. Упс. О, щит. We've got man down. The only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Остались только те, кто любил хаос. Scum. Ублюдки. Criminals. Бандиты. And worse. Сутенеры, проститутки, наркоманы. Летсплееры, стримеры. Ну, кому-то же надо показывать эту игру, да? В общем, одним словом, не так много. Кого осталось в Готэме? Черт убери, как же красиво! It took just 24 hours for us to lose control of the city. Мы потеряли контроль над городом за 24 часа. Gotham's relying on one man to save us all. И только один человек мог спасти нас. Только один герой. Угадайте, кто же это, леди и джентльмены? Ну, конечно же, я. Мистер Уэйн... Бэтмен! Бэтмен, конечно же, Бэтмен. Та-дам! Ух, нихера себе высоко как! Блин, снимите меня отсюда, я высоты боюсь. Господи, как эта штука работает? Опа! Так, я... О, я лечу. Я... Все вроде хорошо. Так, как она... Как свер... Оп. Ну что же, я надеюсь, что вам понравилось. Если вы жаждете продолжения, то сегодня, 23 июня 2015 года, на нашем Twitch-канале по ссылке twitch.tv/WeLoveGames вы сможете увидеть продолжение в прямом эфире. Заходите. Будем рады вас видеть. А также подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому что если вы пропустите прямую трансляцию, то записи будут непосредственно здесь сконцентрированы. Ну и наша дружная группа ВКонтакте по адресу vkontakte.com/WeLoveGamesTV. Хорошего вам настроения, друзья, и до новых встреч!